вложите усилия. Усилия нужно вкладывать в свою практику. Как бы... Как-то так. Я, честно, не говорю тренить по 8 часов в зале, как корейцы. Это не шутка, они действительно так тренят. Это никому не нужно. Просто вкладывайте силы в то, что вы считаете нужным. Важные для себя вещи. Раз вы хотите танцевать танцы, ну, типа, здесь придется вкладывать силы, само ничего не произойдет. Это так работает, жизнь так работает. Еще что-то? Все, спасибо тебе большое за интервью. Был рад тебя видеть. Всегда приезжай к нам, ты желанный гость. Спасибо тебе. А теперь мы сейчас пойдем на класс. Все, кто не пришли, ну, это такое себе. Вов, до новых встреч. До новых встреч.